Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, мы сегодня играем с вами Майнкрафт. Мы уже с вами давненько в нее не играли, и сейчас я решил наконец-то это дело исправить. Мы сейчас сделаем копию на всякий случай моего мира, создадим резервную копию на всякий пожарный, потому что нас ждут сегодня важные такие рискованные дела. А чем мы именно сегодня будем заниматься? Ну, наверняка по названию видеоролика и по картинке вы уже поняли, что мы сегодня будем пытаться Страйдера, да, Страйдер, по-моему, его зовут, в подземном мире, в нижнем мире, пойдем, короче, в ад и будем пытаться Страйдера оседлать. Для этого дела нам понадобится удочка. Тут я ее не вижу, возможно, здесь у меня где-то была или здесь. Нет, каких-то удочек здесь. Может быть, у меня уже она и закончилась. Может быть, она где-то у меня пропала. Может быть, у меня вообще удочки нету возможности сделать себе, потому что мы с вами тут накуролесили уже. О, это есть, это есть, это есть. А железа-то у меня нету, наверняка. Железо. А может быть, и есть, потому что... Подождите-ка, подождите. Стоп. Нужно ли для удочки вообще железо? Давайте с вами посмотрим в инструментариях. Глянем. Для того, чтобы взять удочку, нам железо и не нужно. Ну, в принципе, тогда все хорошо. Нужны просто палки и две нитки. Давайте это дело сейчас найдем. Так, нам нужно всего лишь две штуки. Много не будем брать, чтобы слоты лишние не занимать. Плюс мы сейчас мясо это сюда... Это готовая курятина? По-моему, это готовая. На всякий случай проверю. Нет, не готовая. Так, нитки, удочку делаем себе. Значит, что у нас сегодня за задание? Задание непростое. Я надеюсь, что у меня оно получится. Давайте зайдем в достижение и найдем его. Вот Незер. И нам, собственно, надобно сделать вообще удочку вот эту. Прокатитесь на лавомерке, управляя ею с помощью удочки с искаженным грибом. Лавомерки? По-моему, это был Страйдер, он назывался еще в интернетах. Ну, может быть, лавомерка, может быть, Страйдер. Может, по-разному его называют. Ладно, удочка у меня есть. Теперь мне нужно ее с искаженным грибом, который я здесь где-то вот сохранил себе. Вот грибочек искаженный. Очень-очень-очень такой для меня был сложный момент, чтобы его найти. Значит, как его теперь тут вместе соединить? О, удочка с искаженным грибом появилась. Чик-чик-чик-чик. Берем. Так, есть. Теперь, когда я это дело создал, мне нужно попробовать, возможно, ее зачаровать. Давайте, у меня много есть лазурита. Что у нас? Опыта у меня 18. Попробуем ее на что-нибудь зачаровать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нельзя ее зачаровать, по крайней мере, лазуритом. Искаженный гриб не зачаровывается. А, подожди. Она не здесь зачаровываться должна. А должна зачаровываться вот здесь, по-моему, на наковальне. Так, а ну-ка, подожди-ка. Памц, искаженным грибом. С этим. А как? Книгами, наверное, нужно какими-то специальными на зачарование. Но у меня таких книг нету волшебных. Обойдемся пока что этим делом. А что нам надобно еще? Что нам надо, какие-то лишние вещи посбрасывать и взять с собой какой-то материал, допустим, песок в путь взять. И, наверное, сейчас сделаем еще раз сохранение на случай тот, если вдруг у мое супер-пупер задание будет провалено. Так, мясо тут. А куда делось мясо? А может, я готовое мясо туда поставил, оно у меня испортилось? Может быть, может быть. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пока мы там занимаемся делами, пускай оно готовится. А мы с вами тем временем базальт мы берем с собой. Чернит берем с собой. Мясо. Костный блок. Можно будет сделать с него муку. Можно будет с ним еще потестировать кое-какие вещи. Так, дерево. Сюда. Это мы тростник. Тростник пускай будет временно вот здесь. Это нам, в принципе, все остальное, в принципе, и нужно, и не нужно. Много вещей здесь у нас появились, которые мне, по сути, и не нужны в данный моментик. Так, книга появилась, вот бумага. Удочки, луки, стрелы, палки, мясо готовится, кожа. О, у меня еще кожа, оказывается, есть. Хорошо. Так, тут у нас мясо готовка конкретно продвигается. Забираем. О, кстати, там курица была готовая, кажется. Раз, два, три. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой! Поджарил себе ляжку. Так, 64 стейка. Плюс стейка. У меня очень много еды накопилось.
есть это. Все, сейчас, короче, пускай оно доготовится. Уже вижу, вечер наступает. Не страшно, что он наступает. Наша сейчас задача... А седло? А седло у меня есть железное. Конская. А, это броня. Это они... А у меня нету седла. А мне нужно седло. Как мне без седла быть? Где мне седло раздобыть? Я же не смогу оседлать его без седла. Алло. А я могу седло сам скрафтить или не могу? Мешок. Мешок делается с кролячьей шкуры. У меня его нету. А как же сделать седло? Седло. Неужели я не могу его создать сам своими руками? Своими руцами? Или могу? Могу или не могу? Седло. О, тихо. Кожаная конская броня. Но это же не седло. А как седло создать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Седло. Я не вижу седла. Наверное, я его не могу создать так просто, как мне бы хотелось. Так. Короче, я тут полазил, поискал, посмотрел. Оказывается, седла у меня нету. И это очень большая печалька. Плюс почитал в интернете, что вообще это седло довольно-таки редкая штука. Его найти тяжело. Скрафтить его нереально пока что в этих версиях, которые выпущены были разработчиками. Разве что какие-то использовать специальные сторонние моды. Тогда можно это дело сделать. Ну что ж, тогда мы попробуем сегодня заняться чем? Ну, хотя бы посмотрим, как реагируют страйдеры на удочку. Как они реагируют вообще на меня, когда я подхожу с ним, с этим искаженным грибом. Так, мы сделаем еще раз резервную копию на всякий пожарный. Сейчас, чтобы я уже когда отправляюсь в ад. Потому что вы знаете, что там обычно случаются всякие неприятности со мной. Так, меч у меня, ну, в принципе, хватит этого меча. В принципе, все, можно и двигаться. Так, ну, седла пока что у меня нету. Возможно, мы еще в будущем как-то его раздобудем. Так, вот мы и здесь. Вот мы и в аду. Вот мы и в Незере. Так, страйдеры. Вот один страйдер, вот второй страйдер. Мне нужно как-то к ним сделать... дорожку специальную, либо же как-то подкрасться к ним незаметно. Так, песка вижу здесь, я тоже наставил. Либо дорожку, либо подкрасться к какому-то страйдеру, который поближе. Так, удочка у меня тут на месте. Ну, мы опустим место... вот так сделаем. Так, идем. Страйдер. Один, второй, третий. Много. И хрюндели вон бегают. Так, на меня нападать не нужно. Только не бить меня. Не надо меня бить. О! Ты же что меня бьешь? Почему на меня напал? Потому что я был без брони железной, то есть золотой. Судя по всему, да. Так, это нет, мне не нравится, конечно, что на меня агрятся свиньи. Это нам, конечно, не нравится. Так, заполняется сердце? Нет. Так, удочка при мне. Идем. Ой, лава. А как мне опуститься вниз теперь хитро, а? Шлепс. Как мне еще ниже опуститься? Разве что где-то здесь спуск сделать и к ним потом такую дорогу. Потому что здесь никак. Тут как-то все как-то все печально. Так. Ой, что-то стреляют меня. Ой, фаерболы летят. Откуда? Это оттуда, по-моему. Пытается меня поджечь, негодяй. Хрюндик, ты на меня тоже сейчас загришься? Я тут пришел к страйдерам. Оу, фаербол. Не, этот вроде не атакует на меня. О, летит. Не отбил. А ну-ка попробуй, может, сейчас... Есть, отбил. Отбил, но не попал в него. О! У меня получается. О, нет, не получилось. Опять не получилось. Боже, поджигают. Он там сам себя взрывает. Нифига себе, я с гастом тут отбиваюсь. Так, хп. Что с хп? Стреляет на меня. А мне меч так покоцается быстро. Он наверх улетучился. Он там тоже поджигал. А долго будет огонь гореть? Или теперь будет постоянно здесь гореть? Так, мы должны были здесь сделать себе спуск вниз, я так помню.
Так. Мы хотим к страйдерам вниз опуститься. Познакомиться с ними поближе. Так. Видели, как я фаербол отбивал? Жестко, жестко. А седло где брать? Где мне взять седло? Вот, конечно, проблемку себе новую нашел. Шифтом, шифтом. Где-то здесь надо спуск начинать, наверное, как-то вот так. Примерно. О, лава. Привет, лава. Я правильно спуск делаю? Или неправильно? Сейчас мы это узнаем. Я хочу к страйдерам спуститься, сделать себе мост к ним. Это, видимо, спаун. Ой. Неправильно, значит. Так, надо подальше. Вот, наверное, отсюда. Так будет точно правильно. Так, кирка у меня, надеюсь, не закончится быстро. Так, опускаемся. Вы поняли, что я делаю? Я сделаю спуск, чтобы мне мог там мост сделать. Немножко не то, что хотел, по мне получил. Я хочу сделать... Как бы так объяснить вам, что я хочу сделать-то? Видите, так сбоку, если смотреть, там есть... Не нападет? Смотри мне. Или я себе сам придумал, что там есть такая возможность. Может, там нет ее? Ну, там должна быть где-то... Вот тут тоже есть пуск вниз. Видите, тут это не подходит. Вот это не подходит. Чтобы тут спустился, встал на камушек. Видимо, я себе сам это придумал. Там нету такого. Оно не касается, да? Оно в воздухе. Ага, я придумал сам себе. Значит, вот отсюда мост начинает. Тут точно я вижу, что оно касается клави. А если тут придумал, что оно касается клави, оно не касается, оно в воздухе. Это все возвышение. Значит, я ошибся. Ладно, идем на другую сторону. Так, как нам на другую сторону перебраться? Через портал? Через сторону, где портал у меня? Вот здесь где-то. Хочу к страйдерам, хочу к ним их удочкой с грибом поманить. Проверить их реакцию. Так, а вот там замок. Вот там могут быть находиться сокровища в нем. И можно там, по идее, седло найти. Надо будет тоже туда отправиться. На поиски. На поиски седла. Так, вот. И что мы тут имеем? Давай чуть-чуть попробуем ниже спуститься. Касается ли это поверхность лавы? Так как мне нужно. Не-а, не касается. Мне нужно, чтобы она как здесь была, к полу. Как раз лава, чтобы была на полу. Тогда я смогу мост строить к ним. Так? Так. Идем, значит, дальше. А ну-ка здесь. О, вот это, по-моему, оно. То, что я искал. Так, теперь мне нужны ресурсы. Ай. Главное не поджечь себе задницу. Так, так. Ну, вот такой мост. Какой-то такой. Так, я могу теперь к страйдерам подойти поближе. Попытаться. Если я сейчас на этой дистанции поманю их удочкой, ничего не изменится. Нужно ближе. Понимаете? Или не понимаете? Ну вот так могу мост понемногу строить к страйдеру. Поближе, чтобы с ним познакомиться. Да что ж ты не ставишься? Я боюсь, что сейчас подожгу себе задницу. Вот так могу. А если я так подойду в самый-самый упор, я не зажигусь? Нет, вроде не поджигаюсь. Вроде бы не поджигается у меня жопа. Так. И главное, shift не отжать случайно. К какому страйдеру идем? К этому или к этому? К этому? Мне к любому страйдеру. Главное добраться. Меня только не подожгло. Страйдер, я иду к тебе, братун, братунчик, братунчик.
Братунчик, я иду к тебе, братунчик. О, что он делает? Куда ты лезешь? Он по лаве поднимается в воздух. С ума сойти, смотри, что он реально поднимается в лаве. Воздух поднимается по лаве. Он от меня дезертировал, негодяй такой. Может, он вниз как-то ко мне спрыгнет, когда увидит, что у меня удочка есть. Надо быстрее к нему двигаться. Братунчик, он наверху уже. Так в этом не... Может, это для меня плюс? А ну подожди, пойдем туда. Как мы тут сейчас залезем? Он вон там сверху. Тут, правда, неприятели. Идем к нему наверх. Золото. Не надо. Страйдер. Смотри, что у меня есть. Он опять вниз прыгнул. С ума сойти. Он опять в воду прыгнул. То есть в лаву. Он тут, он играется, то туда, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. А я за ним как дурачок бегаю. Он опять наверх поднимается, смотри, он играет со мной. Прыгает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он опять наверх от меня удирает. Так, идем туда к нему. Ладно, надо здесь сделать себе точно проход уже наверх. Так, лава тут течет. Надо себе тут сделать проход наверх, чтобы меня уже точно мог туда к нему быстренько добираться. Где он тут? Куда он тут закарабкивается? Так, грибы, грибы, грибы. Ух ты! Там еще тот самый. Этот самый. Так, где он там? Он внизу? Он опять тут балуется. Туда-сюда катается или нет? Так он наверх поднимается и все, и потом тут ему некуда деваться. Он в любом случае любит очень лаву, да, Страйдер? Он не будет тут сидеть наверху. Ему нужно... Оу! Это меня атакует. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Уходим. Я не вижу, откуда у меня стреляют. Газ, походу. Атакует. Идем к моему Страйдеру маленькому, моему драгоценному... животному. В любом случае, когда я найду седло, мне все равно этот мост будет только на руку. Я буду иметь уже путь к Страйдеру. Это немаловажная вещь. Ай-яй-яй-яй. Куда? Только не говорите, что сейчас мне мост мой разобьют. А, вот он. Вижу. Отбил. Иди сюда. Не попал опять. А, меня поджгли. Опять подожгли. Я горю. Я сгорел. Обидно. Очень обидно. Что делать? Не получается, но я пытался. Я пытался туда отправиться. Со Страйдером тяжело, потому что газ атакует. Много ресурсов потерял, но я сохранил игру. То есть ничего страшного, в принципе, не произошло. Но это такая неудачная попытка знакомства была со Страйдером, с этим вот любимчиком лавы. Может быть, я еще потом как-нибудь поиграю и попробую найти все же седло и к нему подкрасться. Но сегодня такая у меня получилась не очень удачная вылазка к нему, к сожалению. Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Неломоб. Мы играли в Майнкрафт. Всем пока-пока.